Привет! Сейчас я вам покажу, как работает мой новый самодельный стилус. Он отличается от остальных тем, что в нем вместо какой-нибудь резинки или еще чего-то в этом духе в качестве самой головки используется обычный кусок ваты, смоченный водой, и чтобы вода не капала, обернутый в обычный полиэтиленовый кулек. Выглядит это, конечно, все не очень впечатляюще, но в принципе над формой можно еще поработать, а идея, на мой взгляд, очень удачная. Дело в том, что его преимущество по сравнению с остальными стилусами в том, что на него буквально совершенно не нужно нажимать, чтобы произвести какое-то действие. То есть, если вы пользуетесь каким-нибудь резиновым стилусом, вам приходится довольно сильно нажимать на экран, и когда вы вводите по экрану, получается, что он цепляется за экран и очень мешает работать. Этот же стилус достаточно легкого прикосновения. Вот я буквально пальцами вот так вожу, ни капли не нажимая, так же как и пальцем обычным. И при этом он срабатывает 100%, в отличие от тех же резиновых стилусов. Ну что можно сказать? В принципе, можно хорошенько поработать над его формой, придумать какой-нибудь корпус, вместо полиэтиленового кулька придумать какую-нибудь более долговечную штуку. Но мне кажется, идея очень даже стоящая. Можно. Вводить сколько угодно, как видите, он очень даже хороший. Он сделан из простого фломастера. Но для эксперимента вы можете просто взять обычную ватку, завернуть ее в пакетик и прям ней повозить по экрану, вы поймете, как бы о чем я говорил, когда перечислял его преимущества. Вот так.